Парни, всем привет! Вы находитесь на YouTube-канале Kick Scooter Shop, и сегодня у нас видео под названием «100 трюков». Наша задача сделать 100 трюков, которые не будут повторяться вот таким составом. Я Ваня Гребенюк, наш друг Ванёк Кейнабат и Саша Синников. Вот, трюки мы будем делать, наверное, только в резе спайн и резе бэнк, чтобы не разбиваться на жестком и так далее. Вот, сейчас Набат дозавтракивает, и мы начинаем. Погнали. Итак, парни, мы уже в парке еще не катались, делаем легкую разминочку и начинаем с самых базовых трюков и постепенно увеличиваем сложность. Итак, Набат открывает самых базовых. Бар. Переходим ко мне, делаем двойные комбинации. Дабл ведь есть. Дабл хил на месте. Два бара на месте. Два опуст бара есть. Есть. Да, обычно даже на раскатке мы не начинаем с таких трюков, а делаем сразу что-то посерьезнее, как будто бы. Первые 12 есть, погнали дальше. Твоя очередь. Первые 20 есть. Сейчас мы все это запишем в заметки, чтобы дальше не путаться. Санек начинает у нас линию браев. Погнал. Вот. Брай. Амбрео вип. Амбрео вип, говорит, у него посредственный. Но... Отличный амбрео. Отличный амбрео вип. Такой уже грязноватый, уже устал. Уже устал, кардио заезд. Все, давайте, чья моя очередь. Поставьте лучше, мужики, лайк за старание, снимаем для вас 100 трюков. Если получится, сделаем 150, сделаем 200, ничего страшного, постараемся. 1000 трюков на самокате. Короче, мы посовещались, Ваня сейчас делает ветку твистов, он делает все твисты, оппозитные свои. Оппозитный на месте, лобан. Антрист на месте. Не загвоздочка у нас. Кажется, интвист я пробовал сейчас первый раз в жизни и не сделал его с первой попытки. Кажется, интвист это до сих пор закрытый для нас трюк. Походу, что да. Ну давай, сразу опозит интвист я добираю. Давай. Есть. Короче, следующая ветка это киклис. Погнали. Let's go. Опозит киклис. Титан Киклис в обратку спайна. Это было неплохо. Четыре трюка с базовым киклисом есть. Мы открываем ветку браев с випами и с хилами. Брайвип. Киклис брай есть. Но это немножко не к той ветке, но все равно она того касается. Да. Засчитано. Ладно, оставляем так, пофиг. Грязюка. Короче, Набат делает брайбар. Есть. Рубеж 40 трюков пройден. Давай сразу же опу-бар на брай. И Санек сейчас сделает ви-баттеркап, комплит, ви-фронт-скут-вип. Вот эти все трюки. Давай, Санек, погнал. Легенький набор скорости. На 5,5 доске. Санек, вибатерка в дорожку. Есть, идеальнейший. Ветка с батеркапами на випы пройдена. Вибатеркап на вип, ветка трюков. Делает, опа, грэп антриз. До такого мы еще даже не додумались. Еще, что можно с крутилками такого? Я не знаю. Скоро надо на двойные переходить.
Говори, скоро надо на двойные переходить. Я могу амбрелл-бар. Амбрелл-бар. Давай. Go. Амбрелл-бар есть. Молодец, Санек. Молодец. Так, мы сейчас добиваем рубеж 50 трюков. Набат делает Брайт Вайпа, я Баттеркабар, а Саня все это снимает. Так, парни, мы прошли рубеж 52 трюков. Мы сделали это. Осталось еще 48. Погнали. Сейчас открываем ветку ревайндов, больше, чем две штуки, и набиваем еще трюков 10, как минимум. Саня у нас делает веточку ревайндов. Вип хил вип. Вип хил 2 эпа есть. Пора, Ваня делает что-то там еще, смотрим. Ништяк. Рубеж в 90 трюков мы прошли. Right. 92 штуки в копилочке. Давай я сделаю линию фулл випы, твикс и вот это все. Давай. Мы набили, осталось еще 3. Я думаю, можно сделать очень красивое. Сто есть. Соточка есть. В общем, мы не решились делать больше трюков, потому что это как пробное видео. Если вам понравился такой формат, пишите в комментариях что-нибудь с вашим мнением. Ставьте 2000 лайков, и мы снимем фри Хана трюков в Рамстрехаусе вместе с Набатом. Сделаем это. Ждем вашей активности, ваших лайков. Подписывайтесь на наши социальные сети, на социальные сети Кикскутершопа. Следите за видео, ставьте колокольчики, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока-пока.